В преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации продолжаем подробнее рассказывать о службе лавэтнанских блюстителей правопорядка. Сегодня на очереди патрульно-постовая служба. О буднях и не только в следующем репортаже. Становись. Равняйсь. Смирно. Приказываю заступить на охрану общественного порядка на территории муниципального образования города Лавэтнанги. При обращении с гражданами вести себя вежливо и корректно, соблюдать законность. Вольно по постам маршрутам разойдись. Именно так начинается совместное дежурство сотрудников полиции, дружинников и казаков. Получив ориентировки и пройдя краткий инструктаж, отправляются каждый на намеченный маршрут. У Сергея Корси, сержанта полиции, сегодня по плану обход парка Юбилейный. Ему в помощь направлены дружинник Юрий Катайцев-Кокорин и представитель лабытнанского казачества Александр Сазонов. Заметили шумную компанию. Хочу сказать, чтобы вы в общественных местах вели себя достойно, чтобы... Дети, смотря на вас, вы подавали им хороший пример. И напоследок ведите себя достойно и соблюдайте общественный порядок и общественную безопасность. В дальнейшем во время дежурства никаких нарушений не выявлено. Сергей в полиции уже не первый год и отмечает положительную тенденцию. С каждым годом, ну сколько я уже третий год тут работаю, не так уж и много, но за мое время более-менее уже люди как бы одумались, уже не совершаю так сильно много административных правонарушений. И вот преступления есть, конечно, но не такие уже уж и большие. Уже, конечно, становится меньше. В целом же статистика показывает, что работа сотрудников полиции приносит свои плоды. Многие жители стали ответственнее относиться к соблюдению закона. Во многом это заслуга именно полицейских, работающих совместно с общественными помощниками, которые и на помощь придут, и преступления предотвратят.